Накануне в подмосковном Одинцово завершился турнир за 5-8 места в чемпионате России по волейболу среди команд Суперлиги. В заключительной встрече саратовский «Протон» уступил Заречье Одинцово со счетом 2-3. На протяжении первой партии шла равная борьба. На сет более удача сопутствовала «Протону». Второй сет также завершился в пользу подопечных Романа Кукушкина. В третьем и четвертом доминировали хозяева площадки. На таймбрейке победу праздновал Заречье Одинцово 15-12. Противостояние длилось более 2 часов. «Протон» завершил сезон на 8-м месте в Суперлиге, что хуже 6-й позиции годичной давности. В 24 матчах саратовские волейболистки потерпели 17 поражений. Это худший показатель за последние 4 года. Команда не выполнила поставленную Валерием Радаевым задачу стать пятыми и получить путевку в Еврокубок.